21 марта – Международный день людей с синдромом Дауна. Он отмечается с 2006 года, причем сама дата была выбрана не случайно. Это символическое обозначение синдрома Дауна. Причиной этого заболевания является трисомия одной из хромосом. У человека, страдающего синдромом Дауна, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на язык календаря получилось 21 число 3 месяца. В ноябрьске с прошлого года существует общественная организация «Солнечный круг». Она объединила 15 семей, в которых растут солнечные дети. Так называют мальчишек и девчонок с синдромом Дауна. 21 марта для своих особенных детей родители устроили настоящий праздник. Вместе они посетили конно-спортивный клуб «Купава». «21 марта, как 21 хромосома наших детей. Поэтому мы сегодня их привели сюда, в Купаву, чтобы они покатались, познакомились с лошадками, получили много новых эмоций. Ну, думаю, все получилось, всем понравилось. Ипотерапия, которая, да, она там и на здоровье влияет, и положительные эмоции дети получают. Это все очень благоприятно на них действует».